iPad mini — это планшет, в который верили и не верили, который очень ждали и совсем не ждали. Несмотря ни на что, Apple выпустила эту интересную новинку, девайс, у которого море особенностей. iPad mini – это второй планшет Apple, если рассматривать их с точки зрения диагонали. Экран всех предыдущих больших iPad – 9,7 дюйма. Диагональ экрана mini составляет 7,9 дюйма. С особенностей экрана и начнем. 7,9 дюйма – это идеальный размер с точки зрения Apple. Экран iPad mini оснащен LED-подсветкой, на нем не просто удобно, максимально комфортно рассматривать сайты, пользоваться приложением карты, смотреть фотографии и, разумеется, видео. Разрешение экрана составляет 1024 на 768 точек. Корпус iPad mini на целых 23% тоньше, чем у большого iPad, а вес на 53% меньше. Девайс очень компактен, 7,2 мм толщины и всего 300 граммов веса. Его удобно держать в руке, он поместится почти в любую сумку и даже в широкий карман куртки. Поговорим о начинке. Apple уверяет, iPad mini не менее iPad, поэтому к начинке претензий никаких. Внутри мощный процессор A5, объем памяти традиционно на выбор 16, 32 или 64 гигабайта. Считается, что процессор A5 не только быстр в работе с приложениями, но и экономичен. Планшет работает до 10 часов в автономном режиме, читать, смотреть видео, играть и заниматься творчеством можно сколько угодно. Как и большой iPad, версия mini поставляется с предустановленными приложениями. Пользователь iPad mini может скачать любое из 275 тысяч приложений в App Store, не забывай, что их количество растет с каждым днем. Еще одна фишка этого девайса – встроенные камеры. Первая, iSight, находится на задней панели. С ее помощью можно снять настоящее кино. Камера записывает видео с разрешением 1080p. Само собой, качество фотографий тоже на высоте. Разрешение съемки составляет 5 мегапикселей. А встроенный датчик освещенности позволяет сделать хороший снимок в любых условиях. С помощью второй камеры, расположенной на передней панели, можно пользоваться функцией FaceTime, совершать видеозвонки по Wi-Fi или с помощью сотовых сетей. Передняя камера также способна записывать видео высокого качества 720p. Apple iPad mini может выйти в интернет как по Wi-Fi, так и с помощью 3G модуля. Достаточно просто вставить планшет, сим-карту, если твоя версия девайса поддерживает эту функцию. Кстати, Wi-Fi модуль у iPad mini особенный, он работает в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Скорость загрузки таким образом может достигать 150 Мбит в секунду. Модуль Bluetooth у планшета, разумеется, тоже есть. Еще одно новшество – это 8-контактный разъем Lightning, в переводе на русский – молния. Он полностью цифровой и гораздо более долговечный, чем предыдущий 30-контактный. Кроме того, новый разъем двусторонний, его просто невозможно подключить некорректно. Итак, iPad mini. Такие непривычные для Apple, но удобные 7,9 дюйма. Как и все девайсы компании, устройство получилось компактное, красивое, аккуратное и, что еще важнее, мощное. Процессор A5 справится с любым из 275 тысяч имеющихся в App Store приложений. Основная камера позволит снять собственное кино, а лицевая камера – быстрый Wi-Fi адаптер, совершать видеозвонки родным без помех. Это и многое другое в интернет-магазине «Связной».